Базар ТВ представляет. Внимание! Программа «Базарская контрольная закупка» не сотрудничает с рекомендациями товаров народного потребления и с учебными заведениями. Производится только по идее базарской вещательной компании и исключительно правильному выбору на нашем канале «Базар ТВ» успешным. В эфире программа «Базарская контрольная закупка», программа, в которой главное не форма, а содержание. Сегодня в выпуске будет техноконтроль Nokia 105 версии 2017 года. Неважно, с одной сим-картой и с двумя сим-картами, но с другой стороны, это впечатление и рекомендовать или не рекомендовать телефон к покупке Nokia 105 версии 2017 года. Об этом узнаете прямо сейчас. Мы не делаем рекламу. Мы делаем контрольную закупку. Техноконтроль приветствует вас. Nokia 105 2017 года. Поставляется вот такой вот коробке. Nokia 105, естественно. Три цвета. Комплектация очень простая. Ничего сверхъестественного. Вот сам телефон. Nokia 105 2017 года. По дизайну он, конечно, немного не очень. Во-первых, вот в таком вот виде он выглядит. Хотя он, конечно, симпатичный, но в руке лежит. Конечно, своеобразно. Клавиатура. Клавиатура здесь, скажем, тоже не очень по совмещению. Давайте возьмем в руки Nokia 105 версии 2015 года. И в руке лежит намного приятнее. Потому что у него клавиатура нормально сделана, покрупнее. То есть в перчатках можно даже пользоваться. Я лично проверял и... ничего, зато есть проушина для крепления ремешка. Голубой цвет такой очень яркий, насыщенный цвет. А здесь просто, здесь даже проушина для крепления ремешка отсутствует. Зато есть микро-USB, фонарик и 3,5 мм аудиоразъем под наушники. Аккумулятор у него B5CB, совместимый аккумулятор Nokia. Конечно, это не та Nokia, но тем не менее, согласитесь, простой аппарат. Кто-то действительно такой нужен для связи. Фонарик включается два раза вверх, включается фонарик. Один раз вверх, выключается фонарик. У 17-го года экран как бы вырос, то есть у него диагональ 1,8 дюймов и разрешение 128x160 пикселей. Насчет разговора по телефону, в принципе, разговаривать можно, у него динамик только спереди и на вызов, и на разговор, что действительно можно как бы рекомендовать к покупке, если именно привыкли к Nokia и хочется... взять для того, чтобы просто позвонить, ну и отправить смс, и поиграть в змейку, и пользоваться фонариком. Доступный такой вот телефон с микро-USB разъемом, FM-радио. Кому это нужно, тут пользоваться. Менюшка очень простая. По контактам здесь 2000 контактов, хотя бессмысленно увеличивать память, но тем не менее... это есть сообщение, здесь такое простенькое сообщение, смс, то есть пишем, отправляем, ну и получаем. Фонарик, FM-радио, калькулятор, календарь. Кстати, в этом телефоне нет отдельного пункта меню памятки. Здесь добавить памятку, перейти к дате. Насчет игр, змейка бесплатная, то есть как бы играть можно, но сами понимаете, что немного, конечно, переделано с нуля. Nokia CS30 здесь, Nokia CS30 Plus
На основе китайской платформы MediaTek это уже понятно со 108-й Nokia. Но, тем не менее, есть даже Dodo Jump и Crazy Road, но обе игры, они демо-версии. И чтобы разблокировать, нужно потратить 100 с чем-то рублей. Это, конечно, жесть, это, конечно, неприятно. На мой взгляд, это... Что это вообще за такая вот цена? Для простого кнопочника цену повышать для разблокировки демо-версии. Не то, что тут неприятно, а слишком дорого. Получи я такой простой телефон за 1000 с чем-то рублей, а тут предлагает 100 с чем-то рублей доплачивать для разблокировки демо-версии игр, чтобы играть постоянно в Dodo Jump и Crazy Road. Ну, обе же это простые игрушки. Но зачем делать из них демку? Вообще непонятно. Что касается настроек, параметры двух сим-карт, здесь можно настраивать по умолчанию режим ожидания, имя сим-карты со значками. Как хотите, можно менять. Здесь очень мало мелодии по сравнению с прошлыми моделями. Динамик, совмещенный с вибромотором. В настройках дисплея только один фоновый рисунок, то есть настолько стал простой телефон, что... В общем, какое впечатление, это просто обычная звонилка, хоть выглядит довольно-таки симпатично, но 105 Nokia 17 года довольно-таки очень простая модель, с фонариком, с microUSB, с двумя и с одной сим-картой, FM-радио и змейка. Больше описывать, конечно же, нельзя, кроме... увеличенного как бы экрана 1,8 дюймов и 128 на 160 пикселей. На этом все. Всего хорошего и до свидания. Мы не делаем рекламу. Мы делаем контрольную закупку. Внимание! Программа «Базарская контрольная закупка» не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления и с учебными заведениями. Производится только по идее базарской вещательной компании и исключительно правильному выбору на нашем канале Базар ТВ успешным.